Всем приветики, ребятки! Вы снова на моем канале, и в этом видео мы с вами распакуем вот такой вот LOL Surprise Билли Айлиш. Также напишите, пожалуйста, в комментариях, кого бы из знаменитостей вы бы хотели видеть в следующий раз в шарике LOL. Мне будет интересно почитать, и, конечно же, я сделаю эту знаменитость в LOL. Вот так выглядит, тут написано Билли Айлиш. Вот такой хэштег LOL Surprise и вот такой человечек. Итак, давайте с вами начнем распаковочку. Сзади тут обычно просто белая сторона. Так, и тут также будут нам с вами попадаться прикольные комнатки. Идея комнат моя. Итак, давайте сейчас с вами откроем вот тут, вот вверху. Вот. Так, первый слон у нас с вами вот такой вот. Он черный, это тут такие два человечка и вопросики. И тут нам с вами попадается вот такая вот подсказочка. И тут зеленый цвет плюс черный, потому что у нее прическа была зеленого цвета и черная. Вот. Это ее самая популярная прическа вот таких вот цветов. Вот. Так, первый сюрпризик у нас с вами есть. Давайте вот так вот ей сделаем. Вот. Дальше у нас тут с вами вот такая вот идет перфорация. Сейчас давайте мы ее откроем. Такая перфорация. Открываем. Я решила просто потом приклеить наклей. Так, как-то получилось некрасиво. Потом в следующий раз попробую еще что-то придумать. И тут нам с вами попадаются вот такие вот наклеечки. Это что наша куколка с вами сможет делать? Плакать. У нее, короче, она будет смеяться. Вот. Дальше меняет цвет. И из ушей будет вода. И вопросик тут какой-то. Вот. Такие наклеечки. Дальше следующий слой у нас с вами вот такой вот. Это видео будет быстрое, так как тут мало слоев и все такое. Тут почти нечего показывать. Вот тут написано Билли Айлиш, губки, сердечки, вот глаза, сердечки вместо глазиков. Вот. И смайлик такой, который плачет почему-то. Сейчас давайте мы с вами откроем. Тут тоже такая перфорация. Вот. Нам у нас отлично с вами получилось. Итак. И нам тут с вами попадается уже сюрпризик вылетел. Ничего. Вот такой вот сюрпризик. И это же, ребятки, такая бутылочка зелененького цвета для нашей с вами Билли Айлиш. И вот такой вот столик. Это одна из комнат. Вот такой столик. Переход с зеленого к черному цвету. Вот. Дальше, следующий слой мы с вами будем открывать вот так вот, аккуратненько. Это уже второй с вами слой. Ну, если прикольно, то первый слой. Так, давайте я просто буду убирать за кадр, а потом вам все это покажу вместе. Итак, и тут у нас с вами вот такой вот шкафчик. Тут такие человечки, это такие ручки. Шкаф зеленого цвета. Тут, в общем-то, будет дизайн комнаты в зелено-черных цветах. Вот, и с такими человечками, конечно же. Так, открываем. И у нас с вами вот такой вот прикольный пакетик. И также такие две миленькие вешалочки. И тут еще полочка для обуви. Сейчас давайте мы с вами откроем этот пакетик LOL Билли Айлиш. И в следующий раз я хочу тут нарисовать эту знаменитость. Просто сейчас у меня не было времени, вот, пришлось как-то так оформить. Простите. Так, и у нас с вами много сюрпризиков. Давайте сейчас мы их с вами рассмотрим. Это наклеечки мы будем приклеивать на нашу с вами LOL Билли Айлиш. Это вот такая вот футболочка. Давайте я положу вот сюда вот. Дальше такие штанишки. И вот такая вот миленькая маленькая обувь зеленого цвета. Такие кроссовочки со шнурочками. Итак, давайте сейчас мы с вами перейдем к следующему слою. Открываем. И это будет последний слой. Так. Я уже, кстати, придумала, как в следующий раз открывать, чтобы не было вот так вот.
Это вот так некрасиво, как по мне. Вот. И у нас у самих вот такая вот кроватка черного цвета, подушечка зелененького цвета, и также это человечек зелененького цвета. Сейчас давайте мы с вами наконец-таки посмотрим, что же за куколка нам с вами попалась. Вот такой вот пакетик. Тут также можно вот так вот открыть постельное. И ее можно будет сюда, наверное, спрятать, если она сюда поместится. Мне это нравится делать, но, к сожалению, этот пакетик не поместился сюда, так что она, возможно, тоже не сможет туда спрятаться. Вот такой вот пакетик. Тут написано Вилли Лол-Лол. Вот так вот. Обычно такое оформление. В следующий раз распаковочки Лол попробую сделать что-то поприкольнее. Вот, будут новенькие идейки, будет еще больше слоев я хочу сделать. Также, ребятки, давайте на 700 подписчиков, не на 600, а на 700 подписчиков, я сделаю такой прикольный лол, где будет где-то 10 слоев. Пишите в комментариях, как вам такая идейка. Вот такой вот пакетик, сейчас давайте мы его сами откроем. И давайте начнем с ножек. И интрига, и 3, 2, 1. И вот такая вот лол нам с вами попадается. Сейчас давайте я ее аккуратненько так отклею. Она не наклеечка, а просто лол. Ее можно будет ложить вот сюда, в кроватку. Кстати, она тут может спрятаться, вот все. И нет, лол. В общем-то, так вот прикольненько. Сейчас давайте мы ее с вами рассмотрим поближе. Вот такая вот лол, у нее тут два хвостика наверху черного цвета, и волосы из зеленого цвета переходят в черный цвет. Такие вот глазки зеленого цвета, губки, в общем-то тут бровки такие. Такая вот прикольная Билли Айлиш в виде лол. И сейчас давайте мы ее с вами оденем. Вот такая футболочка. Сейчас я ее приклею вот сюда вот. Так, надо как-то ровненько приклеить. У меня что-то не получается ровненько приклеить. Так. Когда что-то пошло не так. Вот, все, я приклеила ровненько футболочку. Сейчас давайте мы с вами приклеим шортики, или же это, точнее, штанишки, а потом приклеим обувь. Так, тоже надо ровно приклеить. Вот такие штанишки тут у нас с вами, и теперь приклеиваем обувь. Так, это вот сюда вот. И это вот сюда мы с вами приклеим сейчас. Вот я и делала нашу с вами Билли Айлиш лол. И такая она у нас с вами получилась милашка. И сейчас я вам покажу комнаты. Тут всего 4 комнаты. Так, бутылочка. Ручку вот так вот ей дадим. В общем-то, тут у нас с вами был вот такой вот шкафчик. 3 даже комнаты. Это просто... верхушечка вот, шкафчик, сюда можно было повесить одежду, дальше такой столик и кроватка. Сейчас давайте мы ее с вами положим, и пусть она у нас с вами спит. Вот так. Вот моя распаковочка подошла к концу, надеюсь, она вам понравилась. Обязательно ставьте свои лайки, подписывайтесь на мой канал и, конечно же, пишите в комментариях идейки для моих видео. С вами была я, Арина, всем пока-пока, до новых встреч, я вас очень сильно люблю.